избавляюсь. Буду сейчас делать принудительное охлаждение. От Жигулей у меня от печки. Радиатор есть, с вентилятором. Все это будет монтироваться. Счастливого просмотра. Вот сюда хочу сделать радиатор. Переделать свой на этот. С вентилятором от печки. Не знаю, какой машины, брать не буду. Увидел я ролик, скинули, вернее, мне Денис. Вывести, чтобы у меня здесь охлаждалось. Что получится, посмотрим дальше. Ничего не вижу. Напильничком подровняем. Один подогнали, как у Анны. Один подогнали, подогнали. Второй подгоняем, подгоняем. Чуточку центр еще выровнять, и все, и будем расширять по шланг. Песня хорошая штучка, вот эта тонкий металл берет потихонечку, не спеша. Будем немножко померить. Не надо, нормально.
Если что, потом подгоним, когда капитально посадим. Ну, теперь надо вторую такую. Или подлиннее, что-то надо думать, чтобы здесь переходник был. С резинкой все нормально подходит. Не держаться будет. Тут вибрация на нем, конечно, бешеная. Одноцилиндровый. Все серьезно. Как бы пока получается. Единственное, вот такую еще одну трубочку надо. И тут она коротковата, конечно. Торчит мало. Придется что-то перенасаживать, не знаю. Так, здесь прикрутил. Но здесь я не знаю. Здесь я у них посмотрел в ролике. Мне не понравилось. У них тут слабенько, если здесь сделать обрешетку. Буду что-нибудь искать подходящее. Чтобы сделать уже обрешетку, здесь просто выпилить. Что-то пожестче. А так вибрация будет сильная. Мне так кажется. Тут и так он греет. Не пройти. Вот так вот. Главное, чтобы работал. Ролик такой короткий. Показали, что вот так вот сделали и все. А мучились они с ним, не мучились, неизвестно. Вот здесь еще закрываться. Так, да? Закрывается. Нормально. Тросик. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Да, Тимоша? Красавчик. Красавчик. Иди ложись отдыхай. Иди отдыхай. Вот, замерз уже, замерз. Давай. Бегал я к тесте в гараж. Понаходил переходнички. В магазинчике вот взял патрубки. Как бы пока все пазл складывается. Лишнее. Помоем. Пока все получается. Как-то так у меня получилось. Трубки сюда вывел. С этой стороны тоже вывел. Осталось переходнички заказать токарю. Сюда, наверное, тоже трубку посажу. Дополнительно охлаждается при крепе. Не заводская, конечно, сборка. Но ничего. Посмотрим, как будет работать. Сейчас поставлю такой выключатель. Советского образца еще. На принудительное охлаждение. Проведем. Вентилятор работал. Опачки. Все в ажурчике. Так, один мы загоняем туда. Нормально. Нормально. Все нормально.
ключик на 12. Натяжечка получилась небольшая. Минусику. Вот тоже придумал от свечей аккумулятор. Так легко накидывается. И вибрация. В этом году, правда, первый раз накидываем. Так, ничего не путаем. Плюсику. Да. Нет. Ошибочка. Плюсик там сюда. Да. Это у нас минус. Чуть-чуть. Очень удобная штучка. Скидывать аккумулятор, когда приехал в тайгу. Не надо ничего раскручивать. Как раз подходит. Сейчас будем немножко попробовать. А, ее надо здесь погнать. Так это она вылезла. Это не работает. Что-то где-то не так. Почему? Не понял. Ничего не понял. Почему? Потому что поставил я не туда, сучий потрох. Точно. Вот камяк, а. Все понятно. Момент истины. Включаем зажигание. Поменял я провода. Конечно, натяжка сильная. Так, все, поставил оба провода, там перепутал, на минус. Так, это у нас функционирует. Замечательно, но проводов что-то мне нравится коротковать. Можно аккумулятор сюда подвинуть. Так и не испытал я грелки для рук, стельки. Значит, ездим. Здесь наведем. Что делать, что ли? На сдачу брал. Я не знаю даже для чего. Что, мне все нравится. Ну, пошла мазута. Сработает. Здесь, где радиатор выходил, с него горит снег, будет забиваться. Здесь, ладно, с той стороны вариатор.
Заделаем вот так вот дырочку пластинкой, просто прикручу. И на ту сторону. Чтобы все было из сугробов. Потому что сейчас здесь место открытое. Место радиатора свободное. Снег будет уходить лучше. С одной стороны даже хорошо. И сюда. Здесь вообще вариатор. Попробуем так. Вот так получилось. Дырочки закрыть. Тут вариатор, если снег будет попадать, это беда. Ремень будет проскальзывать. Ремень и так на 28, должен быть на 32. Можно заводить. Осталось вот. Сегодня с токарем договорился. Выточим. Развальцуем. Подсоединим и будем экспериментировать. Проверять, так сказать. Так как мы радиатор убрали, надо здесь ставить редуктор обратно. Да, тут довольно свободно получилось. Снег будет вылетать, меньше будет забиваться. Хорошо. Это хорошо. Сейчас будем попробовать. Подживили. Или лучше наоборот. Лучше наоборот. Так, это победили. Нажили сильно, пока не будем затягивать. Потом затянем. Достаточно. Сместилась немножко. Потихонечку закручивали. Красавчик. Красавелла. Хороший наборчик мне у жены сестра подарила со свояком. День рождения давно уже. Вот он мне служит, мама, не горюй. Сейчас будем в неудобной ситуации работать.
Все. Проверяю вот подшипники. Как-то неплохо. Вот этот уже шумит хорошо. Надо менять. Сюда пенюшник и страховочка поставим. Да, Тимофей Иванович? Александрович? Что здесь, Иванович? Так, ну вот. Будем доставать подшипничек. Здесь наоборот такая штуковина. Гаражи. Нажим. Это нажим. Опа. Надо просто плавно подойти. Так, ну отсюда что он? Выкладится трубой. Скорее всего. Так, ну и где наш молот? Она закрытый полностью. Такой подшипничек надо сюда поменять, поставить. Все гораздо проще, чем я думал. Вообще их надо все поменять, наверное, уже столько лет. В 2006, что ли, в 2007, наверное, я его купил. 12 лет уже снегоход. Вот Саня дал мне подшипник, говорит, такой надо. А не такой. Подшипник-то не такой. Чуть не купил такой. Чуйка все-таки есть. А такое я могу посмотреть у тестя. Сегодня с утра был, что-то похожее я видел. А мы искали этот. Так что возьму у тестя, наверное, подшипник. У него там советские. Подшипничек я нашел у тестя. Правда, он с одной стороны не закрыт. Но лучше ехать на таком. Немножко вывалилось. Так, надо чем-нибудь ершова.
это старый. Шайбочку подберем. Поставил подшипничек. Все, спокойно крутится. Здесь тоже слишком свободно. Но... пока нормально. Все. Еще потерпит. Больше поднимать его, наверное, не придется. Вчера был у токаря. Хотели мы развальцевать здесь. Грели. Ой. Мы сейчас будем развальцовывать трубку. Пробовать. Короче, ничего у нас не получилось с этим грением. Мы сильно не работали. Сделали вот такую насадку. Попробуем, здесь заварим. Лыжина была поломана, заварил. Трубки я не возьмусь, наверное, боюсь. Надо сварщика хорошего. Нет у меня столько опыта. Сейчас буду делать крепеж к корпусу. Вот из этой шланги. Ломается, блядь. Ломается. Ломается. Ну, в принципе, что там? Веревка остается внутри. Вот так вот. Здесь отверстие засверлить. Сейчас попробуем. Отрежем. Сломалась почему-то. Блять, не может так слабо. Короче, моя задумка херня, блять. Собака плохо. Плохо. За другую трубку с металлической сеткой внутри. Сейчас попробую на ней. Это что-то все. Не к чему крутить. Я хочу вот так вот здесь развальцевать, трубку засунуть, а здесь вот
на болтиках прикрутить корпусы. Как бы резиночка не обжимает ничего. Но слабовато получилось. Сейчас посмотрим, что здесь получится. Но это не отламывается. Но ее придется, наверное, сверлить. Ладно, будем пробовать. Торопиться не надо. Короче, и здесь какая-то хрень получается. Что-то все расслаивается. Потом это будет не цепляться за штаны. Проволочки. Не хочу. Что-нибудь будем другое думать. Вот так, я думаю. Поставлю просто хомуты. Через резиночку. Трубка не будет соприкасаться. Грохота не будет. А так не получается. Слабовато. Все должно получиться. Подготовил я все. Осталось, короче, найти хорошего сварщика. Кто в лес уехал, сейчас что-то пацаны не появились. Будем ждать. Так бы сейчас джик, и можно было пробовать. Можно было пробовать. Но торопиться не надо. Ну еще хомутки, правда, надо. Пригласила человека. Проварил он мне. Сейчас я их окультурю. Все сделаем. И буду зажимчики делать. Вот нержавеечку нашел, разрезал, подготовил. Вот так вот. Получилось. Главное, чтобы не пропускал. До идеала тут доводить смысла не вижу. Вот такие пирухи. Как-то так. Осталось немножко сюда крепежики сделать. Приезжать. Там шланчики тоже от вариатора подальше, чтобы не протерлись. И будем испытывать. Сейчас пока не буду выравнивать, немножко на глазочек примерить. Больно, мне кажется, большая. Нормалек. Ну, я думаю, то, что надо. Да, парни? Здесь, правда, повыше придется. Пожестче. Это уже совсем другая история.
что тут огонь. Даже не знаю, стоит ли еще одну ставить. Жесть вообще. Коли сделаем, поставим, да? Так вот. Ну, если она не будет работать, должна работать. Все будет нормально. Ну что, вроде все культурно получилось. Конечно, это, как говорится, как там, эстетично, эстетично. Нам, короче, главное, чтобы работало и пёр как танк. Основная задача этого снегохода. Так, пробовать мы сейчас не будем, бензина нету. Я не знаю, хватит у меня в систему залить. Есть у меня там антифриз, не тосол, антифриз. Или тосол купить. Посмотрим. Так, еще раз подсоединяем все. Клятор работает. Все стоит. Здесь только натянуть ремень. То есть кожух, чтобы не протер его вариатор. Оттянуть, не забыть. Заливаем, проверяем течь. Вопрос, конечно, интересный. Сейчас пойду домой, а завтра все покажет, если сегодня не покажет. Антифриз ее. Не хухры-мухры. Пахнет вот этим, понятно. Не хватит, наверное. Ну, посмотрим. О, слушай, здесь шебуршит. Хватило, блин. Немножко здесь. Что-то. Я думал, не хватит. Думал, будет побольше в системе. Значит, должен опождаться. Так. Всего боюсь. Так, вроде
затянут. Сейчас вытрем. Еще постоит. Покажет себя. Если он течет, он течет. Если не течет, то не течет. Третьего не дано. Но вот здесь он не уходит. Это даже много. Думаю, может его... Куда я дел крышку? А может завести? Как вы на это смотрите? Прогнать по системе. Немножко. Посмотрим. Давай, родимый. Ага. Аккумулятор слабенький. Вот. Ставьте. Не того, блядь. Нет. Аккумулятор надо заряжать. Не хватает. Ну, не судьба. Ладно, это уже завтра течи дождусь. А на этом видео заканчивается с ремонтом. Главное, что не текет. Все как бы это. Посмотрим еще под давлением. А вот будет хватать охлаждения или не будет, это покажет время. Время покажет. Как на первом. Показывает. Ладно, до встречи, друзья.